Всех с днем рождения! Не знаю, как я пропустил это произведение уродства, но хочу вас познакомить с китайским М41D, который по каким-то безумным причинам стоит на 8-0. Опытные игроки знают, что обычный-то бульдог с натяжкой танка можно назвать, а тут какая-то, видимо, ультрамодификация, делающего боссом локации. И да, изучив модули, впитав в себя уверенность за счет теплака, бобсов и СО, поедешь жестко нагибать, до первого выстрела. Скажу сразу, что я и до этого говорил, мол, нет урона про снаряды, где фактически урон был просто очень слабый. Так вот, здесь это больше похоже на баг, чем на геймплей. И вот этот впрыск мочи — это все осколки, которых ты достоин на 8-0. Помимо мочевых уток из дома престарелых, есть еще два снаряда — фугас и кумулятив. О броне последних, надеюсь, рассказывать не надо. Раскачка, приводы и прочие косяки прошлых бульдогов остались. Поэтому вот такие смерти вы будете видеть часто. Вообще, это один из худших танков для активного геймплея. Если передрочиться, то рашить на арчере жопой вперед проще, чем фланговать вот на этом. Броня при таком коровячем силуэте не держит даже зенитку, не спасает вообще ни от кого, а если ты чудом танканул, то нормально ты не уедешь. Ага, в сравнении с прошлыми бульбульдогами тут масса стала больше, а движок на 100 лошадиных сел меньше. Видимо, яйцами хода весит больше тонны, иначе как объяснить то, как он обложил снарядами свое укромное местечко? Можно запускать самолетики, это несомненно плюс. Эх, как круто посмотреть сверху на тех, кого в итоге не сможешь задамажить. Интересно, почему из модного американского двухствольного выхлопа сделали одинарный? Короче, данный бульдог можно назвать одним из худших танков игры, где в плюсах будет только теплак плохого качества и СУО. А, ну и ОВН-ами, но здесь это удобно, признаю. Видимо, по этим параметрам его и забалансили на 8-0, ни разу на нем не поиграв. Зато в новой табличке поднимают БРТ-64Б, а про М41 вообще ни слова. Что ж, ну, не советую качать никому этот памятник беспомощности, монумент бездарности, скульптуру поносности. Извините. Да и дальше тоже провальные танки в этой ветке, поэтому просто забудьте. Ну а стопаки спереди тоже говорят о том, что это жопа.